В эти дни делегация Самаркандской области прибывает в Малайзии с рабочим визитом. На деловых встречах в штате Перлис обсуждены вопросы, посвященные инвестиционному потенциалу Узбекистана, в частности Самарканда, туристическим возможностям, перспективам расширения сотрудничества между двумя странами. В ходе переговоров малайзийская сторона отметила работу, проделанную президентом Шавкатом Мирзиёевым по улучшению деловой среды, высоко оценив изменения, происходящие в Узбекистане в последние годы. Учитывая многовековое наследие Узбекистана, развитие паломнического туризма имеет большие перспективы для страны. Самарканд интенсивно открывается миру, а его знаменитые религиозные объекты могут стать основой увеличения туристического потока в регион. Самарканд делегациясы билан учрашуларымыз жуда сер мазмун утмақты. Мухокама ва мулоқатларда икки мамлакатнинг бой тарихи, маданияти, сайёҳлик имкониятлари ҳақида гаплашиб, уни ривожлантириш масаласини кўриб чиқяпмиз. Самарқанднинг ўзига хос тарихи бор. У ерда маданият ривож топган. Айниқса боқий шаҳар зиёрат туризми учун катта имкониятга эга. Биз бугунги мулоқатларимиздан сўнг Малайзияда шу хусусда таргибот ишларини олиб борамиз. Шунингдек, Перлис штатида ҳам шундай салоҳият мавжуд. Умуман олганда ҳамкорлигимиз туризм соҳасини ривожлантиришга хизмат қилишига ишонамиз. На встрече с главой администрации штата Перлис была дана информация об инвестиционном торгово-экономическом потенциале Узбекистана, модернизации туристической инфраструктуры. Также отмечено, что в стране вводится безвизовый режим для многих стран мира, совершенствуется транспортное и гостиничное обслуживание, создаются благоприятные условия для туристов. По итогам плодотворной встречи достигнуто несколько договоренностей, в числе которых организация недели паломнического туризма, павильонов узбекской культуры и туризма в штате Перлис, разработка туристических пакетов «Умра плюс», реализация совместных образовательных программ и многие другие.